Как ваше настроение? Хорошо, нормально? Спасибо, что нашли время, пришли на эту встречу. Я буду говорить о деньгах, о бизнесе и так далее. Я думаю, что в данный момент, наверное, одна из самых больных тем – это деньги, наверное. Поднимите руку, у кого из вас есть бизнес? Вау, это очень хорошо. Это очень хорошо, когда есть бизнес. Те вещи, которые я буду говорить, они вам очень хорошо, практичны, простым языком. Я обычно разговариваю с самым простым языком, что проще не бывает. Я не разговариваю языком маркетологов или там, языком менеджмента, языком там, чего-то. Я говорю самым колхозным языком. Самое главное, чтобы по окончании этого тренинга вы могли практиковать то, что я рассказываю. Вот это является показателем того, насколько это было эффективно. Если по окончании нашего общения вы можете пойти, отсюда увозите с собой три вещи. Первое. Ответьте на свои вопросы, ради чего вы сюда пришли. Я думаю, что это надо отметить, это очень важно. Второе. Если вы отсюда унесете с собой какая-то идея, у вас должна быть какая-то новая идея, то есть какая-то новая мысль, какие-то новые подходы или чего-то. Третье. Вы должны отсюда унести с собой определенный план действия. То есть это должно у вас пробуждать к тому, чтобы вы делали какое-то действие, что-то изменили, что-то улучшили. Когда происходит изменение к лучшему, где есть действие? Если нет действия, нет изменений. Также если мы хотим, чтобы... Если в каком-то области, например, у вас продажа не растет, значит, вы бездействуете. Вы только общаетесь, говорите, что что-то продажа слабая, что-то такое ское. Или у вас проблема с кадрами. Долго продолжается, значит, вы бездействуете в этом области. Хотя, может быть, мы об этом обсуждаем, рассказываем, но бездействуем. Поэтому ничего реального изменения нету. Граница достижения успеха, граница достижения успеха определяется уровнем понимания человека. Вот как ты понимаешь, и так ты действуешь. Как ты понимаешь, так ты, можно сказать, планируешь. Поэтому рост, доход человека растет до тех пор, пока растут у него именно стремления. Если стремлений нет, он постепенно будет ограничение, потолок. Поэтому в бизнесе много изменений, ребята, в данный момент. На самом деле, те модели, которые раньше работали, сейчас не работают. Например, в Дурдое все кучу денег зарабатывали. Очень хорошо зарабатывали. А сейчас все плачут. Половина из них затрудняется. Я был в Китае совсем несколько дней назад. Я 24 числа был в Китае. Я разговаривал с парнем, руководителем ассоциации бизнесменов. И они попросили меня, чтобы тоже читать им тренинги. Они приедут на мои мастер-класс сюда. Они очень богатые люди. Знаете, сколько стоит трехдневный мой тренинг там? Сказал вам? 100 тысяч юань. Это почти 20 тысяч долларов. Три дня мои тренинги. И у них в этом ассоциации 30 тысяч бизнесменов. Вы представляете? 30 тысяч. И они меня разговаривают. Много заводов закрывается, они не знают, что делать с этими. Просто они говорят, оборота нет, объема нет. Вот эти мелкие заводы как-то выдержали, крупные начали умирать. Это все привело к перепроизводству Китая. Например, три года назад китайцы начали раздавать товар под реализацией, потому что им никуда было деваться больше. Возможно, кому-то из вас тоже давали. Если вы в Китай едете, кому-то из вас тоже давали. Если вы в Дурдое сидите, точно вы берете из Китая товар под реализацию. Я потому что я вспомнил, когда консультировал, парень пришел ко мне и говорит, я продаю спортивные одежды. Он говорит, знаете, 14 лет этим занимаюсь. За последние 4 года я очень много, оказывается, товар брал с Китая. Они фурами отправляют, говорят, возьми, потом дашь деньги. И говорит, тот день мы сидели, почитали, я ему должен 1 400 000 долларов. Я ему говорю, а куда ты девал эти деньги? Он говорит, честно сложу, это Довлатов, я ничего значительного не купил даже. Вот за 200 тысяч, может быть, дом построили или нет? Не знаю, где эти деньги. Я ему говорю, может быть, они у тебя остатки находятся? Он говорит, да нет, после того, когда мы остатки снимали, отдали ему, осталось 1 400 000 чем-то. Парень с Таджикистана посуду продает, он мне говорит, наставник говорит, он был на консультации, на 7 миллион долларов ему товар давали китайцы так, подряд, давай, продай, потом отдашь. На 7 миллион долларов, я ему сказал, тебе, наверное, родной отец за 100 тысяч долларов никогда не доверял.
Так же? А он мне говорит, теперь у него больше 2 миллиона долг, не знает, что делать, посуды продавал, денег нет, ничего. Когда человек, послушай меня внимательно, когда человек, который зарабатывал 5 тысяч долларов или максимум 10 тысяч долларов, ну ладно, бог с ним, 20 тысяч долларов, у него в руках попадает 5 миллионов, 7 миллионов управления, он их все равно потеряет. Потому что он их не заработал сам. Он не может такого управлять. Это похоже, знаете, на что? Если вы возьмете стакан, в стакане вы можете разместить максимум столько-столько объема есть. Но вы же не можете туда сели ведро, туда выливать, разместить. Сколько бы наливать, оказывается, на полу. И теперь этот парень, у меня почти больше полгода депрессия. Боже, почти где-то в районе 4-5 раз посещал мои тренинги, семинары. Хоть что-то пришло в себе. Потому что все же зависит отсюда же. И здесь мы сами главный удар получаем. Психологический удар, депрессия, и ты потерял уверенность, все, начинается. Потом, какой бы ты умный ни был, не можешь свои знания использовать. Вот проблема в чем. Сейчас я буду многие вещи говорить, ребята. Я очень буду, дай Аллах, чтобы вы могли эти вещи практиковать, использовать. Как минимум отсюда вы должны ставить цель, чтобы унести с собой хотя бы от 5 до 10 дней новые идеи, хотя бы новый взгляд, что-то изменить, ладно? Не смотрите на тренинг как наблюдатель. Я одну большую ошибку людей в чем вижу. Столько лет я работаю. Люди, кто-то приходит, платит деньги, где-то 15%, 10%, может быть, потом. По-разному люди разные же. И они сидят как судья, как лаборант. Они ничему не учатся. Они сидят только анализируют. Вот с этим я согласен, с этим не согласен, с этим согласен. Еще где-то 30-40% людей, они вообще знают, что надо делать им. Они ответ давно знают, но сомневаются, правильно ли мое мнение или нет. Когда они его здесь слышат, они говорят, все, теперь я пойду это делаю, потому что я убедился, что теперь моя идея, она правильная. Еще где-то 30-40% людей реальные ученики, они реально учатся. Правда, они реально учатся как? Бывает, что вы сильно хотите пить, и вам дают воду. Но когда вы возьмете воду, вы же не говорите, кто принес его, на какой машине принес, там расскажи, пожалуйста, так же, из какого источника. Вы же никогда, когда шоро пьете или там легенду, вы же не говорите, там на какой КамАЗ его таскали, с какого магазина, кто его привез, Арман, Улан или кто. Так же, просто пить охота возьмешь и пьешь, и тогда она помогает здоровью. То есть я что хочу сказать, надо действительно иметь ощущение жажды к знаний. Дорогие мои, учиться это труд. Знаете, самый большой труд это учиться. У человека есть умственный лен. Он, знаете, всегда откладывает на потом процесс учебы. По разным причинам он всегда говорит, потом сделаю, потом. И он начинает, он любит просто, знаете, простые вещи. Отвезти, привезти, увезти, там подметать, там гладить, шакатурить. Но не хотят мозгами думать. Особенно среднеазиатский народ. Это вообще особенный наш менталитет какой-то. Учиться, на самом деле, это очень большой труд. Надо себе владеть, заставить себя учиться. Это на самом деле так. Поэтому, пожалуйста, концентрируйтесь, фокусируйтесь, чтобы сегодняшний день было максимально на пользу. Я буду говорить где-то в течение 20-25 минут сначала, как настраивать нас, как наш мозг подготовить к учебу. Потому что мы не умеем учиться уже. У нас в голове уже жесткий формат формированы некие убеждения. И это что означает? Это похоже, что вот земля. Почему фермер пашет, а потом сеет? Потому что земля уже стала жесткая. А если он бросает семена, она меньше даст пользу. Уловили? Точно так же мозг человека. Мозг так и работает. Именно так и работает. Внимание обратите, я сейчас буду рассказывать. Вот, например, что такое учиться? Расскажи мне, брат мой, что такое учиться? Как ты думаешь? Ну, как думаешь, так и говори. Тут это не экзамен, никто там не оценит. Говори, как думаешь. Учиться, чтобы себе какую-то пользу... Польза получать. Что такое учиться? Жить хорошо. Жить хорошо. Измениться. Измениться. Много чего узнать. Много чего-то узнать. Наверное, легче зарабатывать. Легче зарабатывать. Видите, все правильно. Вот у каждого из нас свой подход, и это все правильно. Смотрите, мы же 10 лет в средней школе учились, потом 5 лет в вузе. И за это 10-15 лет наш мозг привык. Знаете, к чему он привык? Он привык к тому, что мы в школе, как мы учились с вами? Мы повторили то, что сказал учитель, или повторили, что было написано в учебнике. И это называлось, мы думали, что я учусь.
Так же? И чем точнее повторили, мы хорошую оценку получали. Получается, что мы играем роль диктофона. Если вы включите вот этот диктофон, 100% запомнит все то, что я сказал. Но этот диктофон ничего не поделит с этими информациями. Поэтому многие люди чего-то знают, но не могут в жизни их реализовать. Посмотрите, много, даже кто-то из них отлично учился, а кто-то из них очень много знает, но в жизни не могут их реализовать. Я не хочу, чтобы мы попали в эту ловушку ума, хорошо? Мой основной сильный сторон, я специалист по человеку. Это правда. Вот мне дайте вот самого простого, который дохлого, который вот никакой, через 3 года подойдите ко мне, вы его увидите, каком он станет. Потому что я очень много потратил время, чтобы понять человека, к чему ему способен. И самая интересная вещь. Аллах давал всем людям особенные вещи. Они особенные. Просто беда наша в том, что мы пытаемся копировать других. Наша беда в этом. Мы от того, что нафс зовет, желание, жадность больше, мы прием сначала это, потом то, потом то. Нам всегда кажется, что где-то рядом есть чего-то более выгоднее по сравнению с тем, что я делаю. Поэтому нам охота все, а жизнь-то одна, но заниматься охота все. Нам и это делать, и то делать, и те. На самом деле, если человек найдет свою сильную сторону, Богом особенность, талант всем дано. Но его потом вопрос в том, ты его развиваешь или нет. Вот это самый основной вопрос. Самый первый, как надо учиться. Как надо учиться, это нам надо привести в порядок ваше эмоциональное состояние. Ребята, то, что сейчас я вам скажу, для вашего бизнеса является основа. Основа, основа, основа. Вот скажите мне, пожалуйста, какой оборот бизнеса в год? Прибыль или... Оборот, скажите, прибыль, вдруг там налоговик сидит. Я сейчас не могу, но... Ну, приблизительно, приблизительно. 500 тысяч, я думаю. Миллион, миллион. Вот, вы смотрите, от 500 до миллиона, да? Задумайтесь, почему не 10 миллионов? Вот, задумались? Задумались? Поднимай на бокле. Почему не 3 хотя бы? Или почему не 2 раза больше? Например, я часто этот вопрос задам многим людям, очень многим людям. Почему он так? А почему вот на этот я остановился? Или почему думаешь, что это максимально твоя возможность? А потом люди рассказывают, ну не хватало ресурса, не хватало знаний, не хватало команды, не хватало технологий, не хватало оборудования. Но это максимум, знаете, я очень много работаю, вот до этого дошел и так далее. На самом деле есть одна очень интересная вещь, которую надо осознавать. Самый главный ресурс – это не деньги. Когда вы думаете, что деньги поможет делать вам бизнес, вы ограничиваете себе. Самый главный ресурс – и не технология, не офис, не оборудование. Я вам скажу, самый главный ресурс какой? Владея этим ресурсом, вы имеете доступ ко всем. Откуда это понял? Я начал очень долго изучать жизнь многих миллионеров, миллиардеров. О, долго. Если вы посмотрите, судьба многих миллионеров, миллиардеров, они изначально не были богатыми. Так же. Потом я начал изучать жизнь святые люди. То есть просветленные люди, духовно просветленные люди. Потом я начал изучать социальные лидеры. Махатма Ганди и так далее, и так далее. Нельсон и так далее. Мандела. Нельсон Мандела и так далее. Потом начали изучать мастера восточных единоборств. Брус Ли, основатель кушинка карате и так далее. Ип Ман и так далее. Везде я нашел одну очень странную вещь. Везде одинаково, у них у всех была одна вещь. Чингисхан, Сталин, Черчилль. У всех из них была одна особенная вещь, которая независимо от профессии, она помогала им достигать этого. А вы знаете, это что было? Это означает, как вы управляете свое внутреннее эмоциональное состояние в разный период жизни. Не все же гладко. Вы сталкиваетесь, можно сказать, проблемами, неожиданностями. Не все получается так, как вы планировали. Вы что-то потеряете. И вы сталкиваетесь с барьерами, препятствиями, которые почти с целью выглядят недостижимыми. Вот как вы реагируете на это? В периоде кризиса. Вот это самый основной ресурс.